Для данного ролика стало удаление Яндекс.Транспорта вместе с Одноклассниками, ВКонтакте. В общем, короче, все, что касается будущих 16 там, или 20 обязательных приложений, которые должны будут стоять на вашем смартфоне, по возможности удаляйте все. Зачем пользоваться Яндекс.Транспортом, если Google карты нормально отрабатывает этот момент с остановками, с всеми автобусами? Элементарно можно проследить маршрут, создать от точки А до точки Б. Зачем нагромождать на систему абсолютно ненужные Яндекс карты, 2GIS и все остальное? От этого ваша система вам не скажет спасибо, что вы меня нагрузили. Ну и, соответственно, меньше будет вот этих косяков, которые в виде Яндекса, которые неизвестно куда, неизвестно чего отправляют. Точно так же стоит избавиться и от Сбербанка, с которого я уже ушел, удалил приложение и вычистил полностью систему, сменил сам аппарат, сам телефон. Поэтому вам советую сделать то же самое. Раздобудьте список обязательных программ, которые должны быть